Вот еще хочу снизу этот Дедион батон снять. Во-первых, вот контакты у него, видимо, на задние габариты и так далее, там поворотники, мост, тормозные барабаны, елки-палки, или что это такое? Привода что-то не видать на них. Ну-ка. О, фиг его знает. Выхлопная. Здесь снизу все промазать. Пол деревянный. Ящик, ящик, наверное, для аккумулятора. Это 100%. Кто-то приехал. Начальство, наверное. Ну ладно, вообще-то надо дальше поснимать. Главное, чтобы эта вся конструкция на меня не рухнула. Не знаю, если я такого вообще заинтересуюсь подвесной, что ли, типа. Вон там вот какая-то педаль. Что-то еще тут. Моторчик картер капитальный. Не то, что современные жести. Рессоры. Любая, видимо, какая-то что-то. Или тоже какая-то педаль. Рываевский радиатор. Не поймешь. А, есть, есть там радиатор, да. Это тут. Ой, блядь, неудобняк. Стартер, что ли? Очень похоже. И там еще тяги. Ладно, все ясно. Ну и вот еще раз это кляча. Ладно.